Дети уверены, что мир крутится вокруг них. Но однажды они понимают, что это не так. Это история детей, столкнувшихся лицом к лицу с кошмаром. Нет! На. Держи. Дерри — это очень зловещий городок. Это для проекта по истории? Почему столько убийств и пропавших детей? Дерри не похож на те города, где я бывал раньше. Люди здесь умирают или пропадают в 6 раз чаще, чем по всей стране. Все знают, что что-то не так во всей этой ситуации. Мой дед думает, что этот город проклят. Он говорит, что у всех бед, которые творятся в этом городе, только одна причина. Оно возвращается через каждые 27 лет, и с каждым разом пропадает все больше детей. Я кое-что видел. Клоун. Я тоже его видел. Оказывается, что все убийства в Дерри, все исчезновения детей, все это связано. Все эти места соединены канализационными трубами. Там оно и живет. В чем дело? Эта мистическая сущность в образе клоуна нацелена на конкретный страх каждого из детей. Оно — это все, что тебя когда-либо пугало. Мы должны преодолеть свои страхи, и мы сможем, потому что мы вместе. Раз тусишь с нами, ты тоже неудачница. Это я переживу. Все это объединяет нас, поскольку нам не к кому обратиться. Никому нет дела до нас. Кроме нас больше никто ничего не сделает. Эти дети находят силы в том, что они вместе. Нельзя сделать вид, что оно исчезнет. Идем со мной, и ты будешь плыть по воздуху. Джордж. Все очень эмоционально. И пугающе. Я надеялся, но все же не ожидал, что выйдет так здорово. Уверен, моим поклонникам очень понравится этот фильм.